После того, как мы все изготовили, проверили, нет ли здесь ключей каких-нибудь, показывает, что не готово все. Выбираем все, говорим объект, файл, экспорт, OBJ. И сохраняем вот с тремя галочками здесь. Потом приходим сюда, говорим импорт. Импорт. Так, импорт и находим темплейт пятый. Темплиер вот так. Вот он у нас здесь появился. Хорошо. Самое главное проверить, все ли наши здесь. Все здесь. Поэтому мы сейчас с вами сделаем следующее. Мы пойдем с вами в материалы. Так. Металл. Нам нужен металл. Металл не простой, а платина нужна. Платина. Так. Вау. Металл. Вот что? Вот платина. И говорим, что нам надо вот эту шипку сделать блестящей. Вот она. Прекрасно. Но сложнее нам будет вот здесь. Все остальное это, в общем-то, платина и платина. Зря я их не соединил в одну. Все думал, что может быть мы что-то еще сделаем платиновое. Пока не предвидится. Поэтому это можно было все в один файл собрать. Лапки вот эти. Но я говорю, что на всякий случай, вдруг я захочу что-то с золотом попробовать, золото и платину. И тогда я буду локти кусать. А так, вроде бы, как все нормально. Так, теперь нам надо вот этот. Выбрать тоже. Платину ему поставить. Что еще? Это у нас держалки. Вот они. Держалки. И поставим сюда платину. Так. Хорошо. Далее возьмем наши стеколки. Жалко, что не срабатывает вот этот гем. Приходится выкручиваться таким образом. Так, а в чем дело? Basic. У нас basic. Basic поставим. Так. И еще вот этот камень у нас тоже глаз basic. Вот так. С этим мы потом еще поработаем. И самое главное, самое, что меня волнует, что новое для меня, это вот этот. Мы сейчас с вами возьмем металл. Металл какой-нибудь темный возьмем. Вот этот black. Так, уже красиво, но недостаточно. Я вам скажу почему. Потому что мы должны сейчас с вами пойти в материалы, найти этот металл. Вот он. Так, в текстуры. Тут уже есть, да? Но я хочу еще текстур добавить. И это правда, здесь текстуры. Map. Я хочу map добавить. Зачем вам асфальт? Давайте вот этот сюда и скажем, что это вот этот будет памп. Вот этот. Так, и здесь нам его надо уменьшать. Вот до такого состояния. Так.
Отделил не хочет, да? Вот так. Вот такая шершавая должна быть штука. Хорошо. Вам нравится? Мне да. Так, и теперь вот этот. Вот этот красный. Да, мы делаем орифрей. И делаем побольше рефракцию. Так. А вот оставляем, как она есть. Когда мы это получили, выглядит очень хорошо, выглядит так, как мне нужно было. И теперь мы пойдем. Тут видим сцена какая, да? А нам нужна другая. Нам желательно, вот, может быть, вот эту сцену подгрузить. Видите, она совсем по-другому смотрится тогда. В это надо было дырку сделать, чтобы просвечивало снизу, камень просвечивался снизу. Я что-то не подумал про это. Ну, да ладно. Давайте смотреть, крутить. Может быть, так удастся как-то немножко просветить его. Ну, вот так красиво, кстати. А где у нас колор? Нет, мы вот тут останемся пока. Shadow. Нужны нам shadow? Или не нужны? Давайте пока оставим, пускай будет. Так, что еще мы здесь можем делать? HDR Editor. Так, нет, тут все нормально. Сеттинг. Чуть посветлее сделаем, да? Вот так, поярче. И так. Тут можно, конечно, часами это делать. Что там говорить-то, да? Искать. Ну, я считаю, вот это уже хорошо и очень хорошо. Ну, а далее мы с вами пойдем вот сюда, в рендер, и скажем, что вот здесь у нас будет, допустим, 1000, чтобы быстрее произошло. У нас PNG и без этот. Так, 1563. Окей. Нажимаем рендер. Калочку поставили о том, что у нас будет транспарент и PNG. И смотрим. Красненько. Далее мы берем, если он уже 100%, да, то он уже в нужном месте лежит. Давайте мы его откроем и пойдем в документы и shot рендеринг. Вот он наш рендеринг. Открываем его, смотрим. Видите, вот он стекло. Легло, она отсвечивает вот это. Поэтому здесь дырка должна была быть. Ну да ладно, мы люди не гордые, пока оставим так, хорошо? А там, кому это не нравится, может, конечно, дырочку просверлить. Без проблем. Все готово. Здесь подключим еще один слой, если нам надо. Посмотрим, как она с белым будет смотреться. Ну что, смотрится она хорошо, должен его признаться. То есть, на мой взгляд, я экзамен свой выдержал, на этом я с вами попрощаюсь и буду думать, чем бы мне заняться еще.